На сегодняшний день Приднестровье остается единственным государством, в котором сохранился молдавский язык на кириллической графике. 27 января, 23 года назад, был создан Союз молдаван Приднестровья, который сегодня сохраняет самобытную культуру, язык и письменность молдавского народа. Главной целью работы Союза всегда было сохранение и развитие молдавского языка, на котором разговаривают более 30% населения республики. Ежегодно проводится большое количество мероприятий, посвященных культуре и письменности. Например, «Осеннее перо», конкурс молодых писателей или большая ярмарка «Мерцешор» в сквере Давалана. Но самыми важными в этом году были мероприятия, посвященные 25-летию республики и 70-летию Победы. Мы проводим очень много мероприятий для того, чтобы молдавский язык у нас в республике закрепился еще больше. И я думаю, что все фактически знают, что молдавский язык только у нас здесь в республике практикуется и больше нигде, ни в одной стране в мире. Большое внимание работе Союза уделяется в газете «Адиверол Нестрян», которая издается на молдавском языке. Есть передачи на телевидении и радио. При участии Союза молдаван разработаны государственные программы обучения в школах. Все молдавские школы обеспечены учебниками. При поддержке России построен детсад «Бубуруза». Завершается строительство молдавской школы в Ташлыке. Мы благодаря политике общественной организации и благодаря политике государства мы сумели сохранить национальность молдаванина. Мы сумели сохранить родной язык молдавский, мы сумели сохранить культуру молдавскую и самобытность молдавского народа. Это самое главное. В планах на ближайшее будущее развивать те проекты, которые себя зарекомендовали, как наиболее востребованные и эффективные, такие как, например, ежегодный конкурс молодых писателей и экологическая акция «Колодец. Родник жизни», а также претворение в жизнь новых социальных проектов, связанных с образованием и искусством. Николай Стоянов, Сергей Василев, Первый Приднестровский.